Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер», меня зовут Николай Пак, мы начинаем третий сезон. В этом сезоне совместно с телеграм-чатом «Камера KZ» мы проводим такой творческий эксперимент. Значит, два раза в месяц мы будем снимать влог о том, что у нас происходит в компании, какие проекты мы развиваем, о чем мечтаем, что планируем, наши удачи, провалы, все это будем документировать на этом канале. И для этого каждый новый выпуск будет делать новый видеомейкер. Абсолютная свобода, как снимать, что снимать, режиссерское видение свое, как это делать, монтаж, то есть полностью я буду как бы условно говоря актером. Совместно с телеграм-чатом «Камера KZ» мы выберем 10 видеомейкеров, предоставим им равные условия, и влоги, которые они будут делать, будут по очереди выходить на этом канале. Ну и получается, вы сможете оценить не только содержание влога, но и оценить человека, который сделал этот видеоблог. Если ты видеомейкер и тебе интересно, вот наши условия. Первое. Камеры, объективы, свет, звук, транспорт, все это с нас. А парк техники есть в описании. Второе. Содержание, сценарий с меня. У всех будет примерно одинаковый бриф. С тебя режиссерское видение, съемка, ну и монтаж выпуска. Третье. Съемки займут в общей сложности 2 смены, но не 2 смены подряд, а разбросаны в течение 2 недель. И четвертое. Оплата у всех будет одинаковая. Скидывайте инфу о себе, шоурил и фильмографию по ссылке в описании. И пусть, наконец, заказчики и продюсеры увидят, что могут казахстанские видеомейкеры, и узнают, как их зовут. Ну, мне интересно, как ты считаешь, поэтому напиши, пожалуйста, комментарий по этому видео. Негативный, позитивный, получится что-то из этой идеи или нет. Ну, я жду ответной реакции, это было бы круто.